Всем привет, с вами Эндумер, Doom Eternal, 9 уровень, сегодня у нас будет, какой там выпуск, я уже не помню, по-моему, 12, но не получалось, к сожалению, некоторые уровни были слишком затянуты, слишком большие для того, чтобы умащивать их в один выпуск, плюс я только учился, поэтому все потихоньку, все постепенно, но компанию мы скоро уже, наверное, добьем. Ну что ж, 9, кстати, поменялось опять, поменялся задний фон, снова как будто вид из нашего корабля, тут вам солнце, тут луна, посредине наша родная земля. Ну что ж, твердыня Рока. Посмотрим. Серийные испытания. Вы можете посмотреть, прикрепить серийные испытания. Какие такие? Советы. Мне нравится, написано. Советы. Мета. Офигенный совет. Что это? Это пост-пост, это мета-мета. Ладно. Убили мы третьего жреца. Да ладно, демоны бегают по кораблю, да ну. Но такого я точно не ожидал. Да, конечно. Теперь я воскрешу икону греха, чтобы пожрать землю и оставить от твоего мира руины. Жизнь на твоей планете никогда не возродится. Значит, все-таки мы с Земли. Пусть это будет очередной мир, бесславно уничтоженный тобой. Вот уж точно не мог предположить, что так будет. Теперь станет твоей тюрьмой. Лишившись энергии, ты больше не помешаешь нам. И мы продолжим делать то, что нужно сделать. Сразу бой, да? Ну, кстати, я к этому был готов, правда, оружие мне вытащили совсем не то, которое мне нужно. Ну, ладно, сойдет и так. Ну что ж, сразу с места в карьер, это, конечно, прикольно. И сразу же музыка начала играть. Так, что-то какие-то прыгучие импы у нас тут сегодня. Че, кто еще? Кто где? Ты? Ах ты, кан-созидательница. Такой хороший был корабль, такой милый, такой добрый, такой уютный. Так приятно на нем было находиться. И взяла и все обломала. Пустила здесь своих демонов. Все испортила, все испоганила. Так, ладно. Немножко в кнопках я растерялся. Что у нас здесь вообще есть? Восстановите питание корабля. Никаких новых указателей на карте нет. Все, что мы и так знаем. У меня есть, кстати, 5 ячеечек вот этих вот. Надо бы заполучить вот тот костюм, который я не заполучил в прошлый раз. Либо что-то покачать. Но мне, в принципе, ничего особо не надо. Что я там хотел? 4 накопить на бустер. Ну ладно, мне сказали, то, что вкачать-то уже 2 гранаты. Давайте вкачаем 2 гранаты. Нужно мне 5 еще этих штучечек. Поэтому будем стремиться к этому. Что по испытаниям? Испытаний тоже никаких нет. Да, удивительно, удивительно. Не ожидал я, что так будет, что монстры захватят мой корабль. Мой корабль! Где моя музыка висит, где все мое, и даже Вега мне ничего не сказал. Что ж, это плохо. Ладно, куда надо идти? Так это же Хайден. Странно, что они даже ничего не сделали Хайдену. Видимо, кан-созидательница настолько на него наплевать, на этого Хайдена, что она даже не похитила его, не уничтожила, ничего не сделала. Значит, Думга с Земли, она сказала, твою планету, это твоя планета, значит, так оно и есть. О, наконец вспомнил про горнило. 2 уровня я пробегал, не вытаскивая его. Надо же, источник энергии, от которого вы хотели избавить Землю, теперь поможет вам спасти ее. Ну да. Миссия в твердыне стражи выполнена. Демоническое вторжение на Землю остановлено. Лишь клинок горнила может остановить Титана. Вы должны попасть в город стражей Тарас-Набат, чтобы забрать горнило, пока еще не поздно. Без него вам не остановить Титана. Какая-то что, не горнила, что ли? Тарас-Набат. Тарас-Набат, не Тарас. Так, а это что, не горнило, что ли, было? Алло, получите горнило, хорошо, а это что? Это же и есть горнило, которое мы получали в Думе 2016. Вот оно, это горнило. Чё-то я не совсем понимаю. Или есть 2 горнила? Ладно, в любом случае, обвели мы снова кан-созидательницу вокруг пальца. Все у нас получилось. Жалко, горстка ипов и солдафонов пыталась преградить нам путь, да не тут-то было. Так, запись трансляции комитета. А, у меня есть батарея стражи. Кстати, спасибо, что напомнили, я почти ушел. Где? Где? Вот оно. Говорит сеть сопротивления, мы ведем прямое вещание из арктической безопасной зоны. Палач был замечен на Фобосе. Очевидцы говорят, что его обнаружили в командном центре, после чего он с боем пробился сквозь ряды альтернативно живых к месту расположения БФГ-10000. Подтвердить это нельзя, но многие считают, что именно палач разрушил Марс, чтобы помешать альтернативно живым захватить Землю. Мы будем держать вас в курсе событий, следите за радиочастотами комитета. Хорошо, спасибо, что напомнили про батарейки. Не знаю, что. Я могу, в принципе, покачать еще... Точнее, за эти батарейки купить
вот эти штуки, но что-то мне неохота. Я, кстати, забыл, классический костюм я точно купил? Этот костюм я тоже точно купил. Знаешь, что у меня остается? Только вот этот костюм здесь не куплен, и все остальные костюмы, которые здесь есть, судя по всему, мною уже были приобретены. Да и конца игры еще сколько? 4 или 5 уровней? Я уверен, что я еще насобираю, поэтому в конце игры мне точно не будут нужны вот эти вот жетоны претарианцев. Я в конце игры возьму себе броню, поэтому я сейчас спокойно пойду и покачаюсь. Коль скоро что-то мне от этого донады, как раз мне хватает на 2 жетона, как раз я смогу устроить себе 2 гранаты. Мне кажется, в этом есть логика. И ближе к концу игры мы тогда купим оставшийся костюм. Так вот мы с вами сейчас и сделаем, так мы и поступим. Так, тут дрон, вот он этот жетон. Почему меня все время спрашивают? И жаль, вот этот вот момент скипнуть нельзя. Представьте себе лицо игрока, который накопил этих батарей к концу игры и ходит по всему кораблю и вставляет эти батареи, и постоянно нажимает принять и ждет, пока Думгайд ставит привернет. Такая себе, конечно, история. Но что делать, придется терпеть. Стой терпи. Так, пожалуйста, дайте. Любопытно то, что использовать это та же самая кнопка, что и ударить, и я постоянно перед тем, как что-то подобное использовать, сначала бью это кулаком, такое чувство, как будто Думгай со злостью принимает этот дар. Сначала бьет рукой, только потом принимает. Так, стоп, а я то ли открываю вообще? Да. А тут у нас что? А тут у нас еще один дрон, ну дрон мне уж точно не нужен. Хотя, если есть ачивка на то, чтобы собрать все в твердыне, то стоит, наверное, взять. И потом, на что еще нужны эти долбанные батареи? Где-то есть что-то здесь еще. Так, стоп, вот же секрет. Или что это? Что это внезапно там появилось? Кажется, я понял. Финальный предмет это как раз-таки, судя по всему, развоплотитель, который я упустил. Вот этот вот. Посмотрим. Знаете, как мы с вами сделаем? Я не помню, говорил это в одном из выпусков или нет. Но мы с вами сделаем так. Если останется только один ключ не найденный, то я вернусь на тот уровень, где я упустил. И открою это для того, чтобы посмотреть, что это за волына такая крутая. Соответственно, мне нужно найти еще один ключ. Одни врата палача, и если останется один, то мы с вами это сделаем. Так, ладно. Что вот это за секрет там висит, кстати? Так, давайте покачаемся. Возьмем 2 гранаты. И теперь будем копить 4 на восстановление бустера после зверского убийства. Все, подсумок для гранат. Давайте посмотрим, как это работает. Раз. А что такое? А, видимо, вторая начала заряжаться после того, как только как я это вкачал. Так, а как? А где? Давайте посмотрим, что ж там за секрет-то такой? Говнило. Где? Где-то там он сверху, что ли? Да, смотрите-ка, секрет, а как мне его достичь? Интересно, никаких ни березок, ничего подобного я здесь не вижу. Или мне нужно было от монстра как-то здесь отпрыгивать, или что мне надо было делать? Так, могу кинуть 2 гранаты. Да, реально 2 гранаты, очень удобно. Но как? И причем этого секрета раньше здесь не было? Ладно, мы сюда еще 100% вернемся, я надеюсь, и можно будет попробовать поискать. Сейчас я не буду это делать, потому что я все уже сделал, что хотел, мы идем на задание. У меня, кстати, целых 35 очков оружия. Давайте что-нибудь хотя бы по приколу просто покачаем. А то эти очки мозолят мне немножечко глаза. Давайте просто будем качать буквально все подряд. Ох, это тоже, к сожалению, не скипается. Все равно ничем этим особо не собираюсь пользоваться. С демонов так. Продление залпа. Убейте 15 пинки с модификацией для стрельбы очередями. Но опять же, если не забуду, ну, скорее всего, забуду. А, так, тут что? Точная стрела. И, наверное, сейчас кто-то с болью смотрит на это, как я просто всираю жетоны, но извините. Убейте 75 врагов попаданием точной стрелы в голову. Такое. Так, микроракеты. Больно прямо людям на это смотреть, реально тратятся очки тратятся буквально впустую. Вот, страдайте. Поразите не менее 3 врагов одним залпом микроракет 15 раз. Ну это, кстати, легко. Стрелять микроракетами можно сколь угодно долго без перезарядки. Это мне не нравилось еще в прошлом думе. Но как есть, так есть. Так, у меня есть 11. 6,3. Нам бы потратить их бы вровень. 6,3. А неужели нигде нету 6,5? Ладно, наплевать на самом деле. Буду идти просто подряд. Закачивать все. И на очереди у нас теплоудар.
которым я, кстати, тоже не пользуюсь. Не знаю, плазмоган и пулемет у меня вообще не в фаворе в этой игре. Всплеск энергии. Убейте не менее двух демонов одним термоударом в 30 раз. Да вы шутите, зачем это вообще нужно? Ладно, мехатрон. Ну все, 3.6, все, вкачал, можно идти. Можно идти на задание. Где у меня плазмоган? Плазмоган вообще на 4. А, кстати, пулемет. Ладно. Достаточно того, что у меня уже есть, а дальше как будет, посмотрим. Что, очередные 10 минут потратили в твердыне, наконец-то можно пойти на миссию. Тарас Набад. После смерти жрецов кровавый ритуал потерял свою былую силу, но Кан Созидательница не утратила надежды поглотить землю с помощью иконы греха. Чью чудовищную силу она хочет подчинить своей воле? Лишь клинок Горнила может остановить ее. Клинок вы найдете в городе Тарас Набад, там, где началась ваша легенда. Ух ты. Так, а каким образом она здесь началась, если мы с земли и нашли нас и бросили в амфитеатр? Возле амфитеатра нас нашли. Ладно, посмотрим. Ходячая Википедия, гляньте, так и называется. Википедия. Ха, найдите 6 записей кодекса. А, используйте криогранату, чтобы заморозить 10 демонов. Вот это вообще легко. Зверское убитие 3 элементарей боли тремя разными способами. Ну, окей. Википедия, прикиньте, они так и написали. Ну, надо же. Я до сих пор в теле Титана, напавшего на этот город стражей. То была ваша первая битва с демонами в этом мире. Там, откуда пошла легенда о палаче. Ага, понял. Понял, значит, после того, как нас нашли и доставили к амфитеатру, и, значит, мы там выиграли на арене и присоединились к стражам, вот после этого это была наша первая битва, о которой, судя по всему, мы читали в записке, значит, горнило у нас уже было. Но почему мы оставили его в этом демоне и не забрали? Или с горнилом был кто-то из стражей? Не знаю, пока не знаем мы этого. Ладно. Поехали. Вон там, вон снизу что-то призывно сияет, наверняка какой-нибудь секретик, секретик другой. Ну что-то похоже, кстати, да, там вон лежит батареечка, но она забрана решеткой, как ее взять, я пока что не знаю. Так, ладно, Википедия ходячая. Тарас Набад. Жемчужина Аргент Нур. Веками город был духовным политическим центром империи. Здесь находилась резиденция правящей семьи. В строительство были вложены баснословные суммы, так что каждую улицу украшали колоннады, прекрасные статуи богов и правителей. Из сельской местности в храмы творцов тянулись паломники. Тарас Набад стал эпицентром массированной атаки демонов, хотя захватчиков удалось остановить. Это нашествие оставило неизгладимый след на обществе аргентов. Хорошо, хорошо. Спасибо, Википедия. Так, очевидно, что где-то вот тут вот можно сойти. И получить батарейку, которая мне так сильно нужна. Окей, снова две. Будем в твердыне снова уже что-то сможем взять. Так, хорошо, как мне отсюда было убраться? Цепляюсь. Интересно, почему он там не захотел цепляться? Ну да ладно. Вы-то что здесь делаете? Кстати, у меня полные патроны. Несмотря на то, что я уходил с твердыни, патронов не было, здесь мне их восстановили дополна. Сильно красивый какой-то город, напоминает, опять же, либо Принца Перси, либо какой-нибудь Assassin's Creed. Может быть, что-то из этого. Но Assassin's Creed, кстати... О, нет, вот это, кстати, вот не надо. Assassin's Creed же вроде... Если я правильно помню... Так, Assassin's Creed не делал Bethesda, его делал Ubisoft. Забыл я совсем, что надо сбивать ему броню. Вот коварный удар — это та штука, которая мне вот вообще в этой игре не дается. Я постоянно про него забываю. Просто-напросто забываю. Но то, что монстры пошли уже более ядреные, более сильные, мне нравится. Так, опять какая-то логическая задачка, судя по всему. Чего я не люблю. Так. А, ну, видимо, потом надо будет выстрелить вон туда, наверное, или... Или мне нужно замедлить время, что-то подобное сделать. Да, действительно, логика. О, нет, мародер, вот это эпик появление. А, ему же, ой-ой-ой-ой. Так, куда бы мне отступить? Вот это эпическое появление, ладно. Я понял, я бегу, я убегаю. Что-нибудь придумаю на ходу по дороге. А мародер-то уже здесь. Так, ты отвали. Вот это, кстати, очень плохо. Очень-очень не готов я оказался к мародеру. Мне очень некомфортно, когда мародер не один. Да отвали от меня, этот какодемон меня просто задолбал. Ну нифига себе, меня уработал этот мародер. Очень неудобно мне с ним сражаться. Так что ли? Давай еще раз. Окей. У меня, кстати, патрон еще закончится. Где там? Где там? Ты будешь пилиться, нет? Стоп, а чего он не пилится-то? Эй!
Эй, алло, чё не пилишься-то, твою мать? Что за хрень это вообще только что была? Почему моб вплотную не хотел пилиться? Чё это? Как это? Вообще, вот с этого я сейчас жестко пригорел. Плохой был бой. Офигеть, как плохо это было. Город был бы потерян, если бы не пришел палач. В принципе, это очевидно. Но почему не подхватывался моб пилой? Видимо, постоянно в таргет брался мародер или что-то типа этого. Не знаю, было ужасно, конечно, это. Ужасно плохо. Ну, ладно. В общем, тяжело мне сражаться с мародером тогда, когда есть еще другие враги рядом. Плюс к тому, что мародера не заморозить. Это, конечно, дополнительное ограничение накладывает. Но должен сказать то, что в такой ситуации такое чувство, что у меня возникает только одна необходимость — выпилить всех остальных демонов, которые есть рядом, для того, чтобы после этого заняться мародером. Но это явно очень плохая тактика, очень плохой подход. По той простой причине, что мародер вообще-то очень быстрый. И пока я разбираюсь с другими демонами, он очень жестко мне напихивает. И у меня просто нету возможности разбираться с ним потом. Так что мне надо свою тактику как-то пересматривать. Doom 2016 BFG Division, кстати, можно поставить себе играть. Это меня, кстати, очень радует. Наверное, я поставлю и так и оставлю. Так, плохо. Не дотянулся немножко. Окей. О, но как же эпично! Эй! Как же эпично выскочил мародер, открылись ворота, и он прямо самый первый, самый главный из них вылез, выскочил для того, чтобы дать мне просраться. Сейчас, возможно, кстати, будет то же самое. Какие-то стенания, завывания пошли. Так, березка. Березка — это хорошо. Здесь, конечно, березки вообще козырные, такие огромные, прям большие стены. Чё ты тут стоишь? Так, как бы мне восполнить коварный удар на тебе? Опанки, манькубус. А, все, он не дожил. Я хотел к нему прицепиться и порегенить себе броню, но он просто не дожил до этого. Лады. Что-то сегодня как-то тяжеловато мне идет. Возможно, потому что предыдущий уровень не был таким уж боевым. Там был только босс. Так что приходится снова адаптироваться. Лежит аптечка, но она не то чтобы сильно мне была нужна. Тарас Набад, а? Ладно. Интересно, насколько длинным будет этот уровень. Справимся ли мы с вами одним тейком? Ох, какая красота. И какой же сейчас здесь будет бой? Я уже предвкушаю. Какой здесь будет бой? Ой-ой-ой. Да ладно, вы... Вы спойлерите. Архвиль, демон-герой, призывающий усиленных демонов. Усиленных демонов? Да ну! Если вы нанесете Архвилю достаточное количество урона, пока тот призывает демона, вы дезориентируете, вы сорвете попытку вызова. Усиленных демонов, это плохо. Ладно, вот здесь я покажу кино про Аршвала, как обещал. Вот такое эпическое офигенное появление было. Ладно, ладно, let's go. Усиленный демон, усиленный рыцарь ряда. Что это я взял? Что это взял? Защиту от кислоты, от радиации, чего? Так, ладно, пока что меня не интересуют вот эти вот все остальные друзья. Вон, кстати, и Архвиль, судя по всему. О, не хватает как мне дэша. Как-то долго стал перезаряжаться дэшами. Мне кажется, ох-ох-ох-ох. Стоят, друзья. Что-то слишком мы как-то бодро стали меня накидывать. Это вот мне вообще не нравится. Ужас! 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 Где? Усиленный демон повержен, это хорошо, но сам-то Аршвал где? Вон он! Нифига себе, какой здоровый, кстати, большой! Офигеть, как меня дико уработали и очень быстро. А, он просто стоит в этот момент, он просто стоит, он ничего не может сделать. Офигеть, как много наносит урона. Это кто, это Пинки, что ли? Нет, это просто какой-то усиленный козел. Да ну, ребята, что ж у вас там так дофига-то? Вот это, конечно, бой, к которому я не был готов. Абсолютно. Вот тут вот игра пошла совершенно другой. Кстати, обычные вот эти заплеванные, зашуганные тоже появляются усиленными, хотя смысла в этом, разумеется, никого нету. Какой же он жирный и какой же он большой. Он реально очень жирный, очень большой.
очень тяжело здесь будет справляться с Арчвайлом. Не мудрено, что он демон-герой. Не то, чтобы он наносит какой-то офигительный урон. Как раз-таки урона он не наносит практически вообще. Но он просто стоит. Он просто стоит и доставляет очень много неудовольствия. Это плохо. Так, ладно. Растерялся я, довольно тяжело дался мне этот бой, к слову. Должен сказать, что тяжеловато было. И почему-то в один момент мне как будто не хватило дэшей. То есть я перемещался по арене, перемещался по полю боя, и мне реально было мало дэшей, прикиньте. То есть даже такая штука может быть. Конечно, конечно, землей все будет ок, землю мы спасем, не сомневайся. Что у меня дополнительно там за сотка? Это реально... Почему так подпрыгиваю? Это реально, что ли? Ну да, судя по маске, которая там нарисована, это реально, видимо, защита от радиации, от вот этой кислоты, но почему она и как так, не знаю. Ух, какой суровый был бой. Конечно, Арчвайл очень жестко меня подставил. Не ожидал я, что будет это все именно так. И действительно, мне не хватает дэша. Вот теперь мне их реально не хватает. Нужно срочно найти где-то еще 3 претарианских жетона. Очень срочно нужно это сделать. И вкачать восполнение. Плохой был бой. Мне чудовищно не понравилось, как я в нем сражался. Я потерял 3 дополнительных жизни. И это был позор. Это был позор. О, да тут еще и дополнительный бой сейчас будет. Ну, давайте, поехали. Давайте, давайте. Кто где? Кто где? Так, это салазочник. Хорошо, на салазочника у меня есть мега-удар. Так. Там он элементаля, я вижу, кстати, еще, по-моему. Критический урон. Критический урод. Что ты там харкаешься? Плюс, да отвали ты, ну. Ой, вас обоих, что ли, надо так убивать? Но время вроде как еще есть. Нифига себе. Если не добить его быстрым убийством, то... Я еще и проиграл, ну нифига себе. Если не добить моба быстрым убийством, то он еще и восстанавливает себе здоровье обратно. Офигеть. Так, но у меня нету, кстати, патронов. Кого-то где-то я не нашел, кого-то где-то я не добил, это очень-очень плохо. Как-то я двигаюсь странно по этой арене, как будто здесь скользко, и Думгай то ли поскальзывается, то ли как, почему это срабатывает, непонятно. Какой-то мувмент очень-очень странный на этой арене. Ну ладно. Вот это какой уровень? 9? Вот тут я могу смело официально сказать то, что на этом уровне закончились все шутки, которые только могли быть в этой игре. Я уж не знаю, как там будет дальше, что там дальше будет происходить, но думаю, будет еще жестче, но вот сейчас меня прямо бросают с места в карьер. Здесь вот этот бой, который сейчас был с Арчвайлом, сложнее любого боя, который был пока что в этой игре. Сложнее абсолютно любого боя. Как открываются эти решетки? Что это, кстати, лежит? Какая-то монета? Неужели нужная для убийства Диаго Николаса или кого, как его там зовут? Как открываются все эти решетки? За каждой из них спрятано по призу. Очевидно, что мне там сейчас расскажут, когда я поднимусь, но мне надо пройти дополнительную битву. Ладно, погнали, попробуем еще раз. Коварный удар у меня есть. Сейчас будем пытаться уничтожить эти салазки в первую очередь. Хотя сначала надо вот этого... Да как нету цели, ты чё? Так, салазочник, ты будешь первым. Не знаю, есть ли вообще смысл какой-то вот так делать? Почему-то у меня не заряжен этот самый магнетрон, это долбанный, или как это называется? Где он? Критический урон, но... О, какой же крепкий этот монстр! Охренеть, какой элементаль боль жирный! Несколько выстрелов с Гауски, ему как с гуся вода. Ну что еще я не так делаю? Кого я еще не успеваю убить? Или нужно двигаться в 100 раз быстрее? Я на этой секретной стычке еще и дополнительную жизнь умудрился просрать. Ух, как плохо. Что-то делаю не так. Стало намного сложнее, я гарантирую. Это стало прям супер тяжелее. Почему? Какой у меня мод на нем надет, что не... А, магнетрон! Да нахрен мне магнетрон? Вы что, прикалываетесь? Офигеть, у меня был магнетрон, из-за этого я не смог ударить как надо. Ладно, кажется, что ситуация усугубляется. Ох, как же мне развалить этого салазочника-то по-быстрому. Придется использовать все оружие, что у меня только есть. И морозить его, разумеется, сразу. Очень долго пилит. Так, мне надо вот так, вот так, вот так.
И вот так, и еще коварным ударом его надо накрыть. Вот так, что-то вроде этого. Тебе еще надо успеть гранату кинуть. Вот это, вон то. И какой-то, и очень жирный элементаль боли. А, все, я прошел, что ли? Так а кого мне не хватало? Кого я не мог убить-то? Ну офигеть. Ладно, вроде справился с 10-тысячной попытки. Вроде даже с рокета выстрелил разок, уже неплохо. До микроракет дело не дошло. А, очень жирный элементаль боли. Никогда не ожидаю, что у него будет столько здоровья. А у него его реально много. И почему-то у меня кровавый удар, кстати, стал восстанавливаться сам. Хотя я ничего не собирал. Никаких ни ошметков, ни брони, ничего подобного. Да я вообще не помню, у меня ни броня, ни здоровья. Так, нужно попасть сюда. Это, конечно, гениально. Но как? Или какой-то опять нужно пазл сопоставить, что-то из этого подобного сделать? Все еще куча секретов здесь, куча вот этих гудисов, которые мне нужно каким-то образом поднять, но пока что не знаю как. Вот это точно ремикс музыки из оригинальных думов. Там вон какая-то штука, которую надо пробить, очевидно. Но что, как, куда мне двигаться? По верхам прыгать? Эй, чё ж цепляться не стал? Да! Вот это больше похоже на ремикс из Е1М8, нежели чем то, что мы слышали в сетилище Кодингер. Намного больше. Так а чё, куда, кого? Или я тут еще что-то не сделал? Сюда что ли? Ну офигеть. Так, что-то разъезжается в сторонке. Неужели будет еще один бой? Вот тут Аршвайл будет нереально серьезным противником. Я это сразу вижу. Ну, что дальше? Че бой? На той же самой арене или что? Всюду нарисовано горнило и стражи. Тарас Набат! Аршвайл здесь действительно будет не то что занозой в заднице. Мне кажется, что Аршвайл будет очень-очень вредным, плохим врагом. Я понимаю то, что его нужно убивать в первую очередь. Возможно, на него даже действует заморозка. А, можно плавать. Нифига себе. Используйте бустер. Под водой нельзя, кстати, бить рукой, но надо же. Ладно, может тут есть какие-нибудь сокровища, секреты? Нет, ничего такого нет. Так, стоп. А там же сверху еще что-то было. Или мне показалось? Нет, ничего не было. Ладно, хорошо, что здесь эта штука валяется. Аршвал, если хотите, это как тотем, который нужно уничтожить в первую очередь, но он еще жирный такой, вот так просто еще не убьешь. А вреда он наносит очень много. Очень сильно вредит. Так, ладно, я надеюсь, я сделал то, что нужно, или что? А, теперь эта вода больше не ядовита. Почему здесь зеленым горит? Очевидно, я смогу как-то сюда попасть, но как и когда, пока не знаю. Эй, крабкайся. Так, прекрасно. Чего я добился? Вот тут все горит зеленым, но это обман. Это реально обман. Как Думгай не умеет приседать, мне туда стрелять надо или что? Да, Думгай не умеет присаживаться, хотя... Хотя, казалось бы, почему? Что в этом такого? Так, и кажется, что мне нужно снова прыгать вниз. Да. Ну, хорошо, что я довольно быстро до этого досямкал, хотя не сказать, что это было легко. Обычно у меня здесь возникают затыки, проблемы, затупы, и бывает трудновато временами, но получилось. И получилось хорошо. Сказано, что ваша ненависть к демонам дала народу Аргент Нур надежду, как дает ее людям земли. Ну, конечно, дала, мы же так лихо их развалим. Так, стоп. Давайте-ка мы с вами броньку, наверное, чуть-чуть. Ой, пинки, пинки это плохо, нифига себе. И это усиленные пинки, которые, кстати, точно так же умирают с одного коварного удара. Что ж, это забавно. Усиленные пинки умирают тоже с коварного удара. Вот так, мне кажется, быть не должно было. Кстати, я не прочитал про арчфайлы, вообще-то писали. Уже, кстати, 3 жетона, еще один, и я качну, что мне нужно. Так, Тарас Набат, это мы читали, это мы читали. Ага. Так, смотрите, среди героев. Я же говорил, барон Ада находится там же, где и мародер. Там же, где и охотник Рока. И тиран, это все демоны-герои. А где боссы?
А боссы вообще здесь не описаны. То есть, по факту, боссом был только гладиатор пока что в игре. Тиран, который мы видели за вратами палача, не был боссом. Охотник Рока тоже, мародер тоже. Барон Ада не был. И Арчвайл не был. Но почему у мародера и у охотника Рока было кино, которое их представляло, а у барона нет? Я показал вам кино про Арчвайла. Хотя, как вы видели, в игре его тоже не представили, только на трейлере. Покажу кино про Тирана, когда дойдем до него. Но про барона кино нет и не было, и не будет. И это прямо ужас, как позорно. Коварный удар уничтожит его щит. А, у него еще и щит есть. Что ж, понятно, коварный удар бережем 100%. Арчвайл уязвим, пока призывает других демонов. Дезориентирует его, чтобы мгновенно убить прибывших. Интересно, замораживается ли он? Вот если да, то это хорошо, потому что мародер не замораживается. Охотник Рока замораживается. Барон тоже, тиран тоже. Арчвайл, сотворенный из адской пламени, способен манипулировать магическими эманациями ада, так что рядовые демоны его опасаются. Это существо родом из древнейшей расы демонов, долго было частью правящей касты знатных демонов-владык. Ничего себе, как его, да? Прям подали. Выдающийся интеллект и развитые способности к психомантии позволяют ему собирать огромные группы приспешников среди примитивных отродий зла, убеждая одних и порабощая других. То есть он еще и убеждать умеет. Слушайте, ну Арчвайл здесь, да, конечно, это прямо серьезный паренек. Чего не скажешь. Остались позади вот эта штука. Я, кстати, до сих пор не знаю, что это за медаль. И как ее получить. Я все-таки сбегаю, наверное, назад, потому что очень интересно. А, я же не могу, наверное, оттуда выбраться. Ладно, посмотрим. Могу ли я отсюда выскочить, интересно? Потому что где-то здесь должен быть еще способ собрать те две вещички, которые мне не достались. Так. Могу ли я отсюда уйти? Я, по идее, должен мочь. Должен мочь. Да, я могу. Но как? Вот сюда вообще как будто ничего не ведет. Возможно, я предполагаю, что я появлюсь здесь как-то попозже, смогу сюда попасть. Потому что, ну, вообще ничего не предвещает. И что это за медаль? Медали мне раньше, по-моему, не давали. Я, мне кажется, впервые ее вижу вообще. Где-то... Вот это вот что такое? Вот это какой-то колокол. Могу ли я? Я не могу. А там, кстати, есть березка. Очевидно, что мне нужно будет как-то попасть вот сюда. С помощью этой березки прострелить или как-то сбить вот этот колокол, чтобы он рухнул вниз, и я смог попасть туда. Но как это сделать? Я не знаю. Откуда ведет та березка? И как вообще туда попадать? Не знаю. Я очень надеюсь на то, что покажут потом. Потому что не хотелось бы тупо на ровном месте пропустить секрет. Но это самое обидное, кстати, когорта секретов, когда висит груша, нельзя скушать. То есть ты видишь, ты понимаешь, то, что как, в принципе, технически туда попадать, но ты туда не попадаешь. И это, конечно, супер обидно. Ладно. Вернут обратно, будет хорошо. Не вернут, ну что ж, значит, не по мою честь. Но мне очень интересно, что там за медалька. Пофигу на эту батарейку, которая там осталась, но вот медалька меня очень интересует, ее бы, конечно, очень бы хотелось. Так, ладно, где я остановился? Остановился я, судя по всему, вот тут. Вон еще одна бумажка, интересно, стану ли я ходячей Википедией. И знаете, очень много в этой игре продолбанных стражей, они даже немного уже надоели. Верно подметил Умбра Кипер то, что люди и демоны как будто задвигаются на второй план, вся катавасия закручивается вокруг этих стражей, которые вовсе не такие добрые, как кажутся. Они, мне кажется, даже вовсе не добрые, просто рисуют из себя каких-то добрячков, хотя по факту это нифига не так. Ладно. Тут у нас что? Что у нас тут? Ага, Архвиль, это мы читали. Так, часть десятая. С появлением палача ночные стражи смогли войти дальше в царство демонов, чем когда-либо прежде. С собой они взяли мощных атланов, которые разметывали адские полчища, прикладывая как бы тропу для палача и его воинства. При помощи богини-матери верховные жрецы изыскали способ попасть в самую потаенную местность в обители демонов. И в присутствии служителей диаговых разверзались новые врата. И не могли враги остановить наши орудия войны, созданные дворцами и делавшиеся лишь мощнее от эссенции, которые извергали из нас демоны.
из нас, из кого из нас. И мы теснили их все дальше на обагренной кровью земли преисподней. Мощью палача добыли мы бесчестные победы, ибо альфа-убийца во главе нашей стаи был смертным приговором для противников. Сердца наши были чисты, а цель благородна. В то же время под покровом тайны, без ведома бойцов Аргента, наша богиня-мать приказала своим жрецам соорудить в землях язычников большие как бы заводы для сбора эссенции для будущего развития. То есть, ее идея была в том, чтобы собирать как раз-таки эту эссенцию с демонов. Где кроется корень этого обмана, нам неведомо, ибо всецело мы были заняты борьбой с адскими полчищами. Могли ли мы так низко пасть, чтобы усомниться в соблюдении обоюдных клятв нашей богини-матерью? Канцель-зидательница казалась встревожена неожиданным явлением палача. Серафима, который тайно позволил родиться жнецу, более не видели в Урдаке. Может быть, за свой еретический поступок он был изгнан. Но это в лучшем случае. Неутолимая ярость палача побуждала на битву наши несогрушимые легионы, но и для канцель-зидательницы появилась своя корость в том, чтобы поддержать палача. Вскоре открылось, что он сам был святой реликвией и божественным механизмом, явленным в мир с понятной целью – нести низким и подлым слово творцов и карать всех, кто будет ставить другим препоны на пути в Урдак. Творцы – значит боги местные. Сами того не ведая, палач прорубил как бы канал, по которому богиня-мать вытягивала эссенцию и преобразовывала ее без нашего ведома в топливо, которое позже стали называть аргент-энергией. Аргент-энергия – это энергия адов, соответственно, она есть в демонах, и вот эта канцель-зидательница как раз-таки и есть плохая, она и стала предательницей, потому что пока стражи рубились за правое дело, она поняла, что это деньги, что это бизнес, что это выгодно, и стала тянуть эту аргент-энергию для своих каких-то дел. То есть именно она и стала тем самым раскольником. Тем временем палач не касался дел государства. Конечно, нафиг ему надо. Занятия нашего народа его не заботили. Им двигала единая страсть, которой он отдался всецело. Уничтожить демонов и их мир. По причинам неведомым человеческая речь более не излетала из его уст, хотя, как мы полагали, способности к этому он не утратил. Мы слышали лишь низкий рык, когда он в ярости причинял врагам страшную боль. Многие годы воевал он вместе с ночными стражами на пышущей огнем земле демонов. Каждый раз, возвращаясь в Аргент-Нур, видел он множество перемен. Если есть случившимся хоть капля вины стражи, состоит она в следующем. В боевом рвении мы позабыли о нашем народе и не замечали, что наши походы лишь приумножают зло. Нам ведом был лишь один враг, и в борьбе с ним мы полагались на богатство народа Аргента, не задумываясь, однако, каким способом достигнут и какой ценой куплен его успех. Получается, приумножают зло в том плане, что канцель-зидательнице было выгодно, чтобы все эти бои не продолжались, для того, чтобы она могла продолжать сосать Аргент энергию. Вот офигенный секрет не находите? Вот прям супер крутой. Ничто, вообще ничто не указывает на то, как его получить. Он просто за решеткой, и все. А как это открыть решетку? Ищи, мучайся, думай сам. Вот поэтому-то палач и так зол на канцель-зидательницу и на всех других, потому что он рубил демонов, а конца и края этому не было, потому что остальным это было выгодно. Вот такая вот фигня. Не знаю, вот в этом уровне секреты прям супер не очевидны, но вот реально, вот хуже геймплейно ничего не может быть, чем вот такая штука. Ясно. В общем, замолчал Думгай. Вот это что у нас зелененькое? Ага, кнопочка. Замолчал Думгай и стал только издавать умф каждый раз, когда его травмировали. Кнопочку и надо было, кстати, нажать. Не открывает она секрет, либо таких должно быть несколько здесь. И где-то еще одна должна быть. Вот я прям чувствую. Да, этот секрет открывался вот так, да ладно. Проще, чем я думал, но все равно довольно странно, кстати. Ну ладно, получилось добыть, и тем хорошо. Киберманкубус. Мой. Окей. Странно, что он добывался именно так. Как раз-таки можно было предположить, что прыжок на эту платформу открывал бы ворота. Ну... Тогда к чему я нажал ту кнопку? Неужели она открывала что-то еще? Возможно, она открывала те монеты сзади, но я уже, наверное, этого не узнаю. Надо идти. Скорее. Есть те, кто захочет нам помешать. О, это показывает, наверное, как его сделали таким крутым. Как раз-таки Серафим вот этот. Летает. Возьми его. Он придаст тебе сил. Окей. Поможет в пути. Так, а голос как у Хайдена.
Это тот самый саркофаг? Они будут бояться тебя. Голос реально Хайдена. Что, палач Рока так влюбился в этого Хайдена, что ему голос изумеречится? Ясно, показали, как именно наполнили нас силой. Снизу, кстати, левелап припрятан, вот он. Отлично, как теперь вернуться назад? О, довольно просто. Ладно. Довольно лаконично, но тем не менее показали, что именно произошло. Для тех, кто пропустил бумажку. Божественный механизм, так зовется, видимо, эта штука, с помощью которой нас сделали таким классным. В бесконечной матрице божественного разума Творцов, всевидящего и всезнающего, с необычайной четкостью просчитываются все вероятности развития будущего, учитывающие все возможные переменные. Божественный разум наблюдает за тем, как эти варианты будущего развиваются, ветвятся и множатся подобно фрактальной структуре в ткани бытия. Среди всех бесчетных возможностей есть лишь одна константа, на которую не влияют меняющиеся варианты. Это разрушитель, который, согласно пророчеству, уничтожит Творцов. Разрушитель — это кто? Кстати, кто-то когда-то, по-моему, так Думгая назвал — разрушитель. И значит, он решил уничтожить самих богов, чтобы всю эту штуку нарушить. А вернулись мы сюда, к этой машине, где нас и сделали таким. Мы видим, что она поломана, ее разломали, видимо, для того, чтобы больше новых таких Думгаев не создавали. Ну что ж, понятно. Любопытно то, что в Eternal сюжета намного, намного больше. И подается он совершенно иначе, нежели чем это было в 2016 Думе, который просто описывал научную фантастику. Я забыл, что от меня там требовалось, кстати, с этими элементами. А, тремя способами, окей. Так. В 16-м думе это было просто описание происходящих событий, как бы. Здесь же немножко все стало по-другому. Так. Кто-то там был в стазисе, кого-то я не добил. Так, стоп, у меня нету коварного удара. Нафига ты в него-то пошел? Можно гранатку кинуть какую-нибудь другую. О, здесь еще и ты. На тебя вообще отдельное нужно внимание. Все, ладно, будем бегать, будем бегать, будем двигаться. Здесь у нас будет долгий бой. Не такой тяжелый, кстати, как предыдущий, на мой взгляд. Но тем не менее. Побегать здесь будет. Где? Побегать здесь придет. Что это такое? А, у меня же есть БФГ, ребята. Я вообще забыл о том, что у меня есть БФГ 9000, прикиньте. Офигеть. Наверное, не очень хорошо я выстрелил, кстати, к слову говоря. Даже думаю, что я выстрелил плохо. Зато этот козел остался без салазок, судя по всему. И сейчас мы его быстренько накроем, а приходим всем, чем у меня есть. Да нет, восстановил свои долбанные салазки. Кто-то там меня, кстати, в спину кушает. Я совершенно забыл о том, что есть БФГ. Абсолютно забыл, просто кошмар. Так, а где бы мне патронов, наверное, раздобыть, было бы неплохо. Девятый уровень получил. Вот прикиньте, и кстати, вот прошлый бой, да и бой, который был испытанием, где я не с первого раза его прошел, я мог бы пройти намного проще. У меня был на постой один выстрел. У меня 100% был один выстрел с БФГ. И я просто забыл, я про это оружие полностью забыл, как это было и во всех предыдущих играх. БФГ как-то приходит мимо меня, хотя вообще-то она бы довольно сильно мне помогла. Так, там, кстати, вон еще один лежит. Еще одни патроны. Так, это очевидно мне нужно нажать. Это, кстати, тоже на время. Не очень я люблю такие вещи, но что поделать, что поделать. Вот если бы не увидел сейчас патрон на БФГу, я бы до самого конца уровня, наверное, о ней бы и не вспомнил. Что, конечно, супер забавно, потому что БФГа вообще-то для того и нужна, чтобы ей пользоваться. Как так получается, не знаю. Так, ладно. Ориентируемся на зеленое. Зеленое вон там. Оттуда я пришел. Надо каким-то образом запустить мне этот механизм. Вон там еще одна штука, судя по всему. Да, она вон там. Ну как-то мне еще нужно открыть. А, нет, туда надо просто забежать. Неужели нифига себе это так сильно на время? Ладно, давайте посмотрим. Получилось? Вроде получилось.
Или нет? Да, получилось. Это было действительно на время, но удалось мне быстренько как-то сориентироваться и сделать красивенько. Так, хорошо. Регулярно сверяйте с карты. Ну, я вообще сверяюсь. Вообще обычно не забываю. Так, ничего больше нового мне не рассказали. Окей. А для чего? Чтобы узнать, что мне удалось найти. А что мне удалось найти? Ничего особого не нашел. А, это мне про ключики говорят. Эх, притяни руку, казалось бы, и возьми. Да не тут-то было. Ладно. Практически одна и та же музыка, кстати, играет на этом уровне, за редким исключением. Вот они и врата, которые мне так нужны. Если я добиваюсь этих врат, то мне остаются только те, что я упустил. И за ними надо будет вернуться, как я и обещал. Для того, чтобы получить развоплотите. Ох, тут еще надо догадаться. Так, надо будет снова, видимо, плавать с приподнизу, но... Как это выведет меня к ключу? Возможно, через сеть вот этих каких-то тоннелей я и смогу к нему выплыть. Ладно, я очень на это надеюсь, потому что мне, если честно, очень хочется посмотреть, что такое развоплотитель. Изолирующий костюм. Вот тут надо быть очень осторожным, для того, чтобы не упустить дорогу к... Ну как же туда попасть? А это все вода. Так. Я не могу стрелять, кстати. Я не могу стрелять под водой. И это, кстати, вода сейчас, а не кислота, судя по всему. Я реально не могу стрелять ни с какого оружия. Но как тогда мне это сделать? Знаешь, мне надо как-то убрать отсюда воду, правильно я понимаю? Ну как мне это сделать? Что-то я не вижу, что-то мне нужно найти. Что-то снова сломать, что-то... Ага, вон оно, чтобы вода ушла. Отлично, вода уходит. Ну что ж, если я правильно все понял, то дорога к ключу будет довольно очевидна. Хотя, видимо, это еще не все. Нет, отлично. Очень хорошо. Как, да нет, это кажется, что все еще сюжетные вещи. Как знатно он выбивает двери дэшем. Кстати, мне говорили о том, то, что разломы можно дэшем выбивать. Не только кулаком. Но примечательно то, что он реально... Реально не может даже кулаком бить под водой. Вот это немножко странно. Вот это реально немного странно. Так, хорошо. Так. Все, открылось. Теперь самое главное не упустить момент. Вот уж точно не ожидал, что придется бегать по канализациям в Думе и Тёрн. Все мы с вами прекрасно знаем, что канализация — это один из самых плохих сеттингов не только в Думе, но и в играх вообще. Но даже эту игру, даже Дума Тёрнал, не обошла стороной эта штука. Ну что, все, ребята, встрял я попал. Как и обещал, придется возвращаться мне на тот уровень, доходить до него, проходить врата палача. Я думаю, что я сделаю это перед следующим выпуском. Ну, точнее, перед следующим уровнем я это сделаю. Вернусь, пройду под запись те врата палача, и с помощью магии, монтажа и склеек я вернусь на следующий уровень. И будем ждать, когда я попаду снова в твердыню Рока, для того, чтобы открыть развоплотитель. Кстати, интересно, что все вот эти ключи, ведущие к вратам палача, довольно легко было найти на всех уровнях, но почему я не справился на том? Ох, чует мое сердце, сейчас будет прямо совсем жопа, но кажется, что это будет финальный бой в этом выпуске. Арчвал, конечно. Морозится ли он? Арчвал, кстати, морозится. Не то выхватил. За это сейчас поплачусь. Какой же он толстый, офигеть. Что? А он умеет уходить? А, вот эту штуку он, кстати, позаимствовал у своего названного брата, у призывателя из Дума 2016. Так, что там, я убил этих? Нет, еще два разных способа. Интересно, какие? Удалось, кстати, сейчас отпрыгнуть. Так, дружок,
Развалился, не дал он меня убить. А, нет, все еще здесь. Как бы мне тебя убить? Может, сзади? Да, действительно. Это второй способ. И надо будет изыскать, придумать еще один. Ой, как-то давно не было. А, вот и на еще один, кстати, дружок. Давненько не было арахнотронов у нас здесь. Кто это? А, это, кстати, вот и он. Ладно, пришлось пожертвовать аж целой дополнительной жизнью. Для того, чтобы выполнить это долбанное испытание. Не люблю, когда так происходит, но в Думе 2016 тоже такое было. Ну что ты там, собираешься, нет? Отваливаться. Нифига себе, как он стрейфится. Так, может быть, вот отсюда? Ну это вообще что было-то? Ну ё-моё, ну. Я столько времени потратил, столько потратил всего для того, чтобы просто убить его коварным ударом. Это же смешно. А все потому, что коварный удар и... А, вот он, еще один, спасибо. И зверское убийство на одну кнопку. Причем я все еще не знаю, как именно мне его убить. Да, получилось, отлично, анестезия. Все, я все сделал, прекрасно. Вот, давненько и ипов тоже не видел. Что-то попадаются какая-то когорта монстров, которых давненько не было. Архнотроны всякие, прочие друзья, товарищи. Так, вот тут вот мы, наверное, мы с вами покурим. Что-то давненько мы с вами не курили. Я буду теперь бросать по две гранаты сразу, практически всегда. Потому что почему бы и нет. Забыл я, кстати, про подствольную гранату. А вот не стоило бы, наверное, этого делать. На дробовике хорошая все-таки вещичка. Что-то какие-то странные вот эти врата палача. Либо они только начались, но какие-то они слабенькие. Нету даже особо сильных монстров никаких. Ну, фиолетовые импы, ну да, один арахнотрон, ну да, но что-то пока никого жесткого не было. Вообще. О, блять, кстати, тоже давно не было. Ладно, ладно, ухожу. Патронов нет, это не дело. Да, сегодня я прям вообще, конечно, не в форме, не чувствую себя заряженным на такие подобные битвы. И не могу найти никого, кого можно было бы распилить. Вот не могу и все. Офигеть, как это плохо, конечно. Может, тебе с ракетницы ударит. Ладно, отойду, пожалуй. Надо восполниться. Так, позитивно, иди сюда. Чувствую, сколько плети резко внезапно вместе. В одной точке. Так, давайте поморозимся, наверное, покурим, как я это называю. Тебе вон еще тоже можно угостить, что-нибудь придумать. Где сильный это монстр? Неужели даже барона не будет? А в чем смысл этих врат палача? Ну, арчфайл был, ладно, я его фокуснул. Вот это уже другое дело. Вот это похоже на правду. Ну, кончаются патрики, кстати. О! О, а вот и тиран. Вот это уже другое дело. Вот напросился. Сам попросил, сам получил. Пожалуйста. Да выпендривался. Тиран довольно жирный, довольно сильный монстр. С ним придется повозиться, разумеется. Поэтому я намерен сначала подморозить тут ребяток, восполнить себе чуть-чуть. И можно будет вступать в бой. Ну давай, тиран, выходи, буду угощать тебя всем, чем у меня только есть. Да отвали, какой-то сраный еще козел мне сунулся под ногу. Вот это вообще неприятно. Вот это, конечно, жердяй. Вот это, конечно, жердяй. Все. Кинг-Конг мертв. Стало немножко попроще. Ипы, конечно, прямо снуют. Так и норовят прыгнуть тебе под низу тебя атаковать. Вот это, конечно, не очень, не очень. А брони все нет. Еще хочу, ну, еще обороны там, ну что-нибудь, давайте, покажите что-нибудь такое. Вот это слабенькие врата палача. Даже всего одного дали тирана. Бывали врата палача, в которых их было двое. Все, действительно, все, ну что ж. Да, я, конечно, потратил левел ап, и, по-моему, даже не один, из-за того, что пытался выполнить задание на элементарной боли. Но тем не менее.
Что у нас там по испытаниям? А, всего три бумаги осталось найти. Я забил на выполнение вот этих всех вещей, потому что с испытаниями-то не справиться. А если мне еще и за этим всем следить, то задолбаешься. Так, 6 надо. Кстати, я не заметил, как я получил претарианский жетон, когда ты его взял. Видимо, мне его дали сейчас, потому что я бы заметил. Все. Зарядка бустера после зверского убийства вещь хорошая. Думаю, то, что очень-очень мне пригодится. Так, еще один местный ключ. И главное мне не забыть теперь о том, то, что я обещался пройти то испытание тоже. Интересно, что даст мне этот развоплотитель, где нет вообще. Так, ну напишите, что я засейвился. Или это будет после этого боя. Там, вон, кстати, есть еще дополнительный бой. Ладно. Поехали. Усиленный демон, окей. Будем ждать. Что ты там, усиленный демон, ложиться не собираешься? Жестко усиленный демон, ничего не скажешь? Так, ты вот иди сюда, хотя мне это, в принципе, не нужно было, но ладно. Ладно, пускай. Лишним не будет. Опаньки, вот это хороший парень. И сейчас у меня заморозки нет. Че, это не стал даже в портал, интересно, заходить. Это я сделал зря. О, БФГа же есть. Точно. Ну, давайте. Смотрите. А, так это барон. Ну, барон. Ты куда уходишь, барон? Барон, да, барон у нас крутой пацан. Опять я перепутал, кстати, его с Кибер Хеллнайтом. И это, наверное, никогда меня не оставит в этой игре. Я действительно считаю то, что гладиатор более выглядел как барон, нежели чем сам барон. Этот выглядит как просто более большой Кибер Хеллнайт. И все, не более того. А, так это Арчвайл стоит, ну нифига себе. Ладно, Арчвайл, раз уж это ты. Раз это реально ты. Эй, ты от меня не уходи, когда я с тобой общаюсь. Вот мне не... Что это? У меня багнулась игра! Я не могу достать ни одного оружия! Ни одно оружие не могу достать! Номинально, вон, я вижу, снизу патроны меняются, я не могу стрелять ни из одного оружия, не могу ничего делать! Он выставил вперед кулак и все! Что? Что это? И, кстати... Ну, это вообще офигеть. А это еще что? А, это он вызвал. Что ж, такого я еще не видел. А как я его реализовал? Я пытался ударить кровавым ударом Арчвайла. И, видимо, он в этот момент как раз загорелся. И игра не поняла, чего я хочу. Дать коварный удар? Или я хочу... сделать зверское убийство. Но это, конечно, нечто. Так глупо помереть. А прикиньте, если бы я играл на том режиме, где у тебя одна жизнь, этот баг заруинил мне бы весь раунд. Это был бы просто прикол. Кстати, засейвился я здесь. 5 очков оружейника, доступно улучшение 2. Ладно, раз уж начали этот бой, пока что мы идем с вами часик. Думаю, что я пройду его. Пройду вот это испытание, соберу патрон на БФГу и секреты, на этом мы с вами на сегодня остановимся. Хотя, смотрите-ка, уже 6 из 10. А, ну с учетом того, что, конечно. Вообще, насколько большой уровень? А уровень-то вообще-то довольно большой. Это будет еще один бой, секретный бой, еще один бой и еще один бой. При том, то, что я еще буду прыгать и скакать, и по всей видимости не один раз здесь, здесь и здесь... То есть добрая половина уровня еще впереди. Ладно, давайте на этом с вами, наверное, остановимся. Посмотрим еще раз. С контрольной точкой. Контрольная точка будет, видимо, у врат палача, если я правильно понял. Я не знаю, что это было. Да, все, я засейвился здесь. Но должен сказать, что следующий бой выглядит пока что даже жестче, чем сами врата палача. Хотя это, видимо, последние врата палача. Почему они такие слабые, я не понял. Я в шоке. Пишите, если вы тоже сталкивались с каким багом или хотя бы когда-то его видели, но... Ну это просто что-то. Кажется, что у игры просто шарики за ролики закатились, и она не поняла, что мне делать. Хотя я мог убить того Аршвайла, потому что коварный удар и припас на финальную его казнь. Но почему так получилось, не знаю. Прикольный уровень, прикольный.
более сложный, более боевой. Вот с этого 9 уровня, мне кажется, начинается в игре уже большая какая-то жесть в плане боевки. Ну и что-то сегодня я прямо вообще вот не в форме, как-то тяжело мне давалось. Много чего мне еще предстоит сделать для того, чтобы подготовиться к Nightmare, потому что Nightmare, очевидно, будет намного тяжелее. Ссылка на плейлист Doom Eternal в описании под этим видео, там же ссылка на Discord канал и на Telegram канал. Пишите ваши комментарии в основном по поводу этого бага в особенности. Спасибо за то, что посмотрели это видео, до встречи в следующем, пока.